Здравствуйте. Меня зовут Скоропад Оксана. Я артистка с детства. С первого класса школы участвовала в театральных школьных постановках. Танцевала, училась в Московской академии хореографии, потом окончила театральный институт имени Бориса Щукина и стала профессиональной актрисой театра и кино. В моей творческой биографии есть очень важный, сложный проект. Это военная драма «Пес рыжий» о собаках, которые подрывали немецкие танки, где я сыграла главную роль. Я очень хочу сняться в историческом проекте, прожить, создать героиню прошлых веков. Очень люблю свою профессию. Хочу и дальше иметь возможность развиваться в любимом деле. Я хочу так сниматься, чтобы у меня просто не было свободной минуты. Спасибо.